Привет, вы мои дорогие друзья и подписчики. С вами снова я, Карина. И на канале Эрис Фэнтези. Привет. Сегодня мы летим домой. Да, закончилось наше путешествие. Ну что, мы сейчас куда, Кариш? Мы сейчас идем в нашего автобуса. В аэропорт. Вот мы уже прошли все регистрации. А сейчас уже пришли в секцию. Вот мальчик. Привет. Сейчас идем в автобус, а потом у нас валялся. Скорее всего, да, вот этот наш, наверное, да? Вон он. Это, по-моему, Frontier. Это аэропорт. Это Red Wings, по-моему, да? Вот это Red Wings. Ди-ди-ди-дим. Самолет пух и видно. А вот он наш. Вот наш самолет. Да? Летели мы на зелененьком, а улетели на белом. А мы идем на наш самолетик. Время 2 часа ночи, у нас ночной вылет. Да, вот он, самолетик наш. На этот раз не зелененький, у него только пузо зеленое, Кариш, видишь? А? И хвост зеленый? Точно. Мы идем, идем. А вон он, аэрофлотик. А вот наш S7. Карина, сейчас будешь спать? Да. Да? Может, пошли туда, Андрюш? Пошли. А мы не в хвосте, у нас 19-е место. Вот и наш самолетик. Здравствуйте. Вот мы поднимаемся. Да, Карис? По трапу. Шажочек. Опа, молодец. Здравствуйте. Карина, я тебя снимаю. Привет. Привет. Что там у нас за окошком показывает? Ну-ка, тут плохо видно. Вот тут вот у нас крыло. И там аэропорт. Симферополь. Скоро наш вылет. Время ночь, поэтому мы будем всю дорогу спать. Кариша хочет спать? Очень хочет спать. Будем спать. Ну что? Спокойной всем ночи. Спокойной ночи. Увидимся позже. Прились. Привет. Привет. Карина поспала всю дорогу. Да, Кариш? Теперь идем. Куда? У полка прикольно близко. Да? Куда мы, Кариночка, идем? Куда? Такси. Такси. И отправляемся домой. Ура, ура.